чтобы он разгладил. Потому что это наша дорога здесь. Мы за ней смотрим. Я оборачиваюсь, показываю. Назад уходит, ковшом разрывает, туда дальше это ножом раздвигает. Толкнул в сторону, а потом это все разгрузится, уберется. Прибыл как раз к шлюзу. Хороший бульдозерист Алексей Лаврентьевич, 66 лет. Вот сейчас он будет то задавливать, что мы... И он сразу определил: ой-ой-ой, ребята, какой у вас труд. Я говорю: так это малая часть. Мария Христенко была. Вот работник настоящий. Она говорит: мужика у меня нет, но я за двух мужиков работаю. Вообще прекрасно. И вот мы пришли сюда. Вот вода тут, шлюз так называем. О, вода, камень.
Этот не надо. Вот так вот туда. Во. Пошел, родной. Теперь он покажет, на что годен. Сколько-то нам ведер надо было таскать. Да, дорого, да. За подвозку только 25 тысяч, что привезли его сюда. За каждый час 1700. Полагаю, что так делать, так надо.
Все, не надо. Давай, давай. Отработал шлюз, там все подправил, зашел, вот машина едет. По нашим дорогам объезд был тут несколько километров, а сейчас машина свободно ходит. Володя проехал, бабу Серафиму повез в гости или в больницу. Вот оно где упало, Маша, этот прицеп провалился. Потому что не утоптанное, а утаптывать нельзя, опасно. И заднее колесо не сдвоено, одно. 10 тонн там, наверное, пшеницы. И оно отвалило, и дальше, ну, все это сняли, показали. Вот такие сваи, вот надо его вырубить в лесу. Береза, клен, ветла. У нас сосны нету здесь. Теперь привести более-менее прямую. Ошкурить, шкуру снять, кору. А после этого заострить, спиливает. Угольником, четырехугольный получается острый. А потом осмолить отработкой машины. А потом забить. Ну, на 2,5 высоты воткнули. Щурку подставляют, щурки. Кувалда 11,8 килограмма. И примерно 20 раз надо ударить, чтобы она зашла. Ух, уперлась. Теперь вот смотрим, как что. Вот такое дело. Не день, не два, а свай 1200. 200. Даже вот 200 взять, 20 ударить, и получается 4000. На 24 тысячи раз ударить кувалдой этой. Ну вот и все, а то деревня. Тут работа идет. Вот она отсюда начинается. Вот трасса эта. Ну, видно, что скошенная. Надо отсюда поднимать ее выше. Так вот. Вперед землю, а до этого тут глубокие рвы. Когда бульдозеры когда делали, я спускаюсь, и еще. Это первый, вот он. На уровне. Горбы эти стясывают, там еще даже не портят. Вот тоже проголызина какая огромная. Землю туда. Вот дальше, дальше, там все везде брали. И на той стороне, сколько глаз хватает, землю эту брали на эту дамбу. Когда-то. Ну, сейчас вот жду топор, ножовку, лопату.
Сено тут есть, и толкушку подготавливают ему. О, это, не знаю, как назвать, татарник, даже, о котором Хаджи Мурат запасы пишет. Он делает опыты. 66 лет будет зарис. Вот уже ветки. Пошел Володя рубить. Сергей. Владимир Галенгухин. Это мы на втором мостике. Вот у нас помощник сено подтаскивает. Сучочки подает. Ну а как? Вот он где есть. Снимаем. Второй мостик. Вот это прямой, который от рожек идет. Центральный. Вот на него когда-то бы нам попасть. Ну там кусты непосильно будет. А это вот отрожек, на котором мы работали, подводные работы вели. А вон там берег, где упирается, это там на шлюз пошло. Вот так. Сейчас он пройдет сюда, и мы возьмем его. Продолжаем, где машина, тогда это прицеп опрокинулся. Забили сваи. И сейчас уже пазуху эту забиваем. Жердей нарубили. Мелкие ветки. Сверху сеном. Ну, теперь дальше задавливает. Никто и не будет знать, где тут. Так много сильно, много несешь. Поменьше сделай. У нас еще впереди вон какая работа. Так, клади туда, везде. Стеночкой так. И сразу вот сюда перейдите. Пока там не пошла вниз. Вот этот отрожек, в котором работали подводные. Сегодня не до этого. Поехали, вот они сеть взяли проверить. Но бульдозер пришел, тут сейчас не до этого.